Уникальный для страны проект будет реализован на предприятии «Буревестник». Об этом заявил глава региона Глеб Никитин по итогам переговоров с руководством фонда. Производство с использованием роботизированных технологий станет первым и самым современным в стране. Фонд развития промышленности предоставит нижегородскому предприятию льготный займ по программе «Конверсия» под 1% годовых на приобретение оборудования. Кстати, «Буревестник» станет первым предприятием в России, которое получит кредит по этой программе. Первый опытный образец комплекса планируется выпустить в следующем году, а в 2019-м начать серийное производство. По словам главы региона Глеба Никитина, нижегородское оборудование позволит выделять отдельные фракции при обработке отходов и использовать их вторично, а не закапывать все в землю. Этот проект – очень важное событие. Сейчас нижегородские разработчики включены в федеральный проект, который предполагает модернизацию отрасли обработки отходов всей страны. Нижегородский ЦНИ и «Буревестник» получат заказы на мусоросортировочное оборудование до 2029 года.